Сергей Зверев на сцене Олимпийского. Сережа, иди к нам. Ох, Ксюша, надо как-то взять ответственность за всех мужиков и хорошо тебя оттрахать. Просто, чтобы ты была еще более прекраснее. Ну, как вот все думают? Они думают, что ты либо понюхала, либо что-то там... Это, она на самом деле трезвая, и она на самом деле хорошая. Просто ее надо хорошо отюзать, мужики. Эй, вы меня поддерживаете, Олимпийский? Эй! Сережа, из ваших уст это звучит особенно экстравагантно. А кто будет это исполнять? Вы лично? Вы как это себе представляете? Я лично. У вас когда-нибудь был секс с женщиной? У меня все с тобой получится. Я боюсь, что ты чуть-чуть пожалеешь, но... Подожди, что делать? Надо какую-то аннотацию тебе, как это все происходит. Я боюсь, безопытная. А я тебе все покажу, Ксюш. Ну надо же, чтобы кто-то показал. Первый. Я думаю, что я буду не последний. Сергей, вы так как-то на меня наступаете, что я начинаю бояться. Не, ну Ксюша, ну кто-то должен один сделать, взять на себя такую ответственность. Вы считаете, некому? Я считаю, что некому. Первый должен быть я у вас, Ксюша. То есть, считаете, есть проблема у меня такая, да? Я считаю, что их нет проблем, но я первый. Я забил. У меня мало времени. Я должен сказать, Ксюша, что я и Света Мастеркова, одетый от Андрея Пономарева. Это у нас ведущий тень, который тебя тоже будет одевать после того, как я тебя нахлобучу. Потом еще будет... Значит, еще я переоденусь в Анастасию. Есть такая очень модная марка, моя подруга. Анастейшн. Я переоденусь и буду здесь вот ходить. Сергей, когда ты я смотрю на увидеть. Вас, мне кажется, конец света уже наступил.